There were nights when the wind was so cold. If my body frozen, but if I just listen to it right outside the window. There were days when the sound was so cruel. Ай, какой! All the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I just have to admit that it's all coming back to me. If you hold me like this, and you hold me like that, it's hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments on gold, and there were flashes of light. There were things Это что значит? Он не проходит? Спасибо. Значит, друзья, очень мне сейчас хотелось бы увидеть людей, которые не встали. Я честно, я не вижу вашей экспертности в... Давид Винер. Я бы этих людей убрал из экспертного совета. Только потому, что это абсурд. Это абсурд. Перед нами фактически без пяти минут победитель шоу. Это абсурд. Вы задрали меня уже. Вы просто меня задрали этими решениями. Да, мы после батла не обсуждаем, но я хочу послушать десятерых участников. Это моя личная, пожалуйста, просьба. Давид, пожалуйста, что вы не услышали в этом выступлении? Что вам показалось, что этот артист не сделал для того, чтобы пройти в следующий этап? Просто я уже не могу больше. Я проголосовал в первый раз, и я встал, и мне очень понравилось. Мне хотелось увидеть, что будет дальше. Вот сейчас я увидел то же самое, что было в первом номере, вообще только нет, на английском вообще, языке. Вообще та нет, же вообще самая. Вы спросили, я вам отвечаю. Я увидел ту же самую стилистику, ту же самую сцену движения. Смотрите, такой же смысловую нагрузку. Для меня есть... это был один и тот же номер. Значит, я смотрите, хотел увидеть какое-то другое действие. Уважаемые эксперты, ощущение, что вы абсолютно не понимаете, о чем вы говорите. Потому что, когда вы говорите о том, что это выступление идентично тому, что вы видели до, я сомневаюсь в вашей компетентности. Потому что это было два раза выступления по вокальной технике. Это было по эмоциям по-другому. Вам вечно не нравится английский язык, вам в первый раз спели по-русски, второй раз спел он по-английски. Это разные языки. Он и там прозвучал достойно. То есть вы считаете, что это не кнопка. Яна Блиндер, что у вас здесь с космосом не произошла связь? Какая? Объясните мне. То же самое вместе с моим коллегой, он тоже не встал. Как объяснить?
это, во-первых, мы постоянно переживали. Он наконец-то начнет вот эти вот высокие ноты брать. У него все, у него уверенно было с самого начала. Чего-то не хватает, и мне нравится эта фраза. И простите, пожалуйста, я извиняюсь, мне так страшно. Абсурд, правда, абсурд. Ну, 10 человек думают абсурдно. Давайте спросим у всех остальных. Ну, во-первых, давайте скажем так, труднейшая песня Селин Дион. Наверха, вы слышите эти верха в конце? Да. Ну, он не Селин Дион. Кто может? Солод может. Солод. А из вас мало кто здесь может. Да, один я Солод может спеть это. Поэтому, друзья мои, можете меня хоть это, я его приглашаю в полуфинал без батла. Мне не нужны эти 10 голосов, которые не понимают ничего. Я приглашаю в полуфинал. В моей истории в этом шоу было уже несколько возвращений правильных. Я здесь чувствую то же самое. Даже в Государственной Думе нет такого накала.